Так, сейчас у меня по плану, я себе делаю такие планы, обрызгать вот эти вот кирпичи. Вот эти вот. Они вот уже такие зеленые стали. Вот такие уже они стали некрасивые. Здесь я была уже обрызгивала. Здесь зелень ушла. И вот я смотрю, где-то вот здесь вот эти вот бортики вот эти тоже позеленели. Так, туда дальше. Немножечко тоже они уже позеленели. Останется жидкость, я сюда немножечко побрызгаю. Вот. Вот эти вот бортики, они тоже немножко здесь позеленели. Где, наверное, мало солнышка, они зеленеют. Для начала я вот здесь хочу подмести, обмести вот эти вот песочек, обмести и побрызгать. Thank you.
В общем, вот я побрызгала. Результат, когда будет виден, я покажу. Сначала я хотела керхером это все отмыть, но мне посоветовал, значит, наш работник, который здесь вот прокладывал у меня тротуарную плитку, который делал мне траву. И он сказал, говорит, этого делать нельзя. Вот просто побрызгать, чтобы вот это от этой зелени, и все будет нормально. Она очистится и будет все чистенько. Раствору было немного, но все равно я смогла его распределить. Посмотрю, как будет дальше выглядеть. Ну, потом, конечно, смогу это показать. Надо подождать. Не знаю, как быстро произойдет. Ну, как быстро сможет произойти это изменение. Кирпичи побрызгала. Теперь у меня по плану ехать к дочери. У нее сегодня там какие-то процедуры, и она попросила побыть с внучкой. Я не знаю, сколько там, час-полтора. Я тогда иду переодеваться и стартую. По дороге, думаю, подключиться и продолжить свое видео. Распустила Дуня косы, а за нею все матросы. Так и я. Заскочила скорее с огорода в душ. Даже некогда было подождать, пока высохнут волосы. Как я уже сказала, еду нянчиться с внучей, так как у дочи у моей сегодня запись. По своим делам она сегодня пойдет. Вообще, когда на улице жарко, так классно ехать с кондиционером. Ну, так классно можно простывать от этого кондиционера. Уже сколько раз себе зарекалась не включать. Сильный холод, а такую температуру примерно где-то 18 градусов плюс-минус. И в общем, чтобы температура, не сильный перепад был с улицей. Хотя у нас сейчас вот уже время 12 часов, и на улице уже 25,5 градусов жары. Ну, я думаю, что опять будет. Хотя сегодня есть ветерочек, да? Вчера вот у нас было довольно-таки жарко, по 30 жало. Разъезжаться сейчас особо сильно-то и некогда, потому что в огороде очень много делов. Либо утром рано можно поработать, пока еще, можно сказать, не так жарко. Ну, либо ранним вечером. Хотя, в принципе, солнце заходит, наверное, я не знаю, во сколько садится солнышко, но уже 7-8 часов, наверное, есть. И не шибко-то и наработаешь вечером. Тем более, если днем где-то был, где-то ездил по этой жаре, то вечерком, конечно, тогда уже просто сил даже не остается на вечер. Но в этом году, я говорю, у меня вообще никогда такого не было, чтобы я так запозднилась. У меня в это время уже огород был засаженный. Ну, а в этом году как-то немножечко все по-другому. Ну, ничего, исправимся. Особо я сильно не собираюсь ничего садить в этом году. Чисто просто, как говорится, для того, чтобы, ну, как для глаз, будем так говорить. То есть заходишь, смотришь, там, я не знаю, огурчик сорвешь, помидорочку попробуешь. А так мы не садим для того, чтобы здесь с голоду не умереть, чтобы что-то было покушать, либо купить дорого. У нас здесь по месту выращивают и огурцы, и помидоры. Все вкусное. Все такое запашистое, говорят, что где-то там огурцы не пахнут огурцами. Зимой, да. Когда откуда там привозят, они там сильно как водянистые. А время сезона, в принципе, вкусные огурцы вкусные, помидоры вкусные. Если кто-то там, может быть, скажет, химия. Да где вообще сейчас химии нету? Сейчас вообще непонятно, что мы покупаем, какой мы продукт кушаем. Не все обращаем внимание, из чего изготовлен этот продукт. Вкусно, да и ладно. Поэтому сейчас особо сильно я не заморачиваюсь с этими всеми вещами, как бы. Я думаю, на что нужно обращать внимание в данный момент, это чтобы психику не нарушить. Это самое, мне кажется, такое в данный момент главное, на что нужно обращать внимание и поменьше как бы нервничать из-за каких-то там вещей, тем более в это время, когда сейчас все так как не очень просто, короче.
Так, ну что, я держу направление к дочери. Посмотрю, может быть, где-то что-то смогу еще заснять, если получится, конечно. Но обещать сильно, конечно, не могу, потому что планы меняются чуть ли не каждую минуту. У меня так бывает.